until the day Isaac's mom heard a voice from above. Heard a voice from above. Нельзя-то перед стримом делать? Что именно делать? Хули ты доебался до меня? Ты имеешь в виду надевать наушники и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное? Взял себе сока на потик. Яблочный вишневый. Very nice. Хочешь поднять бабла? Заходи на ApeX. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Привет, Виталий. Очень люблю смотреть твои стримы. Давно тебя смотрю. Со времен Доты. Спасибо, так, ну поехали, что продолжаешь, короче, и дальше делать для нас контент. Попробуй пройти в Азеке испытания под номером 13. Я по очереди заранее прохожу спасибо испытания. И удачи. Новая музыка? А что происходит? Кто меня коцнул? Почему новая музыка какая-то? Мне она не нравится. Да, музыка вообще не очень. Где моя любимая музыка? Помолчи. Что-то типа «Привет, бабань». Привет. Хорошего стрима. Передай, пожалуйста, привет моей сестре Даяна Цист. Она сейчас смотрит твой стрим. Isaac shoots bombs instead of tears? Бля, как оно будет вообще работать с лучом, интересно? Я получил спиды? Ну-ка, я попробую, хорошо. Так будет интересно играть? Типа так заебись играть? Ну вроде бомбами кидаться это очень сильно, разве нет? Ну типа, по-моему, бомбы кидать это вообще супер жестко. Мне такого никогда не было, но это, по-моему, пиздец. По-моему, это вообще ебанутая хуйня. Вам не кажется? По-моему, это какая-то хуйня имбалансная. What? Бимбы его просто закидывать? Ну, я не уверен, что это на всех противников, конечно, сработает. Не во всех комнатах поможет. Видел ли хотя бы раз игры стратегии серии Total War? Да, и конечно. Как относишься к Накл? 5 ночей с Мишкой Фредди. Так, тебя не расслышал. Блять. Что про... Что нахуй? Я немного запутался, как это работает все. Я себе сердца сбил, потому что я что-то... С меня бомба вылет... Блин, что за имба у меня вообще такая? Имба, которую я не реализую. Мне немножко непривычно. Бля, этот пидорасик меня сейчас загнобит, кстати. Как я его должен убивать бомбами? Прикольно. Это активка еще? Успеваю, блин. Я с него хитпоинтов? Дядь, ты че? Еще так спит? У меня и так эти бомбы вылетают вообще. О, блок enemy show. Это какой-то три саги он дает. Но мне кажется, бомба это жестко, надо щит брать. Чтобы блокировать выстрелы. Мы сейчас сможем все разъебать со щитом. Только бы успеть. Это 20 минуты. Блокировать выстрелы это вообще жестко. Надо спешить уже. Блин, я сейчас не успею на маму. Зря я себе хп отнял. Ой, в смысле, скорость отнял. Бля, это была ошибка. Зачем это? Я не просчитал, надо было почитать. Вот это я себе зря скорость отнял. Привет, Патик. Слышал ли ты про слова хардкор и лицемерие? Как к ним относишься? Про что?
А, Бладерон аниме реакция. Бладерон хейт реакции. Найс, спасибо. Что я делаю? Не успею сейчас. Пиздец. Да ёб твою мать, я не хотел! Это что-то слишком душно. Какой нахуй эксплосив? Да что ж происходит? Я не могу играть. Не, все, конец. Да, мне конец. Попал, к сожалению. Это конец. Не, я не могу, мне так непривычно. Я не могу. Я... Не знаю, я не смог. ГГ. Помолчи. Ну, я думал, что сейчас тебе на паузу ставить лента Абакса меньше хочется, чем на Казахе вместе с Латами глянуть. Чё ты несёшь, блядь? Выкладай совет, как не сдохнуть на войне. Желаю величия, майор. Что, блядь, что, блядь? Блин, донатят по КД просто. Почему так часто донатят? Охуеть просто. Блядь, сколько можно донатить? Вообще, музыка хуёвая теперь в начале игры каждый раз. Минус мораль тоже. Вот что это за музыка хуёвая теперь началась? Почему я должен, блядь, минус морали каждый раз быть из-за музыки этой? Вот что это за уёбищная музыка теперь, каждый уровень? Как вернуть старую музыку? Бля, музыка дерьмо, играть не могу. Бля, это предмет имба, сейчас на зи пройду. Клик, клик, АН и привык, это моя тема. Сложно играть. Да отвлекают донаты, anyway. Я имба персис имба сборки, но все равно проигрываю. Буду обвинять музыку или донаты. Я же козуалис, я генералис. Блядь, долбоёб ебаный, донаты реально мешают, это факт. Как можно вообще не признавать, что донаты мешают? Каким нужно быть конченным? Two of spades. Попасть музыкой другая, потому что это альтернативный один этаж, а не рандомный ставится. Еще есть пуч один этаж, передай привет, пэжи, я не цист. Да вы заебали со своим... Еще и... Блядь, иди нахуй. Я думаю, что не так, где подстава? А я все думал, когда же ты появишься? Донат! Здорово, пап, Зумыч. Привет. Че-то я давно 5-ка. Не донил тебе. Хуй у тебя фулл чат хейтеров. Нахуй так надо. Короче, ждем некстаука. КСТ анауки можно донить на глобальные моды типа к Скайриму, которые в корне меняют игру. Не, сори. Тем более Скайрим. Скайрим это просто мертвейшая игра. Каждый раз, когда натыкается на какие-то нарезки или там какие-то фрагменты типа рофлы, знаешь, со Скайрима на Ютабе, блин, игра просто мертвейшая. Нулевые анимации, все нулевое, просто мертвое. Даже какие бы там моды ни стояли. Ну, в нее невозможно играть после игр с нормальным FPS, именно буквально, да, нормальным. Нормальным современным FPS-ом и нормальными анимациями. В Skyrim играть, вернуться невозможно. Мертвечина. Чат хейтеров, ну не знаю, потому что бесит, их бесит, что я не так играю. Ни рейнджи, ни дэмэджа, ни атак спида. Вот стабильно, я играю на этом герое, мне что-то не падает ни рейндж, ни дэмэдж, ни атак спид. Ничего. Почему на этом герое не падает ни рейндж, ни... О, рейндж. Дуже добры. Дайте хороший итем. Ну, что это такое, блядь? Плохие итемы. Если я получу дэмэдж, то оно, типа, отменяется. Ого. Ого, блядь. Вот это сундуки дропают. Не зря я эту штуку купил. Вот это они дропают. Ты меня любишь? Вот это дроп из сундуков. Вот это итем, конечно, то, что дабли дроп из сундуков, это вообще пиздец. Вот это итем, блять. Шок-контент. Тут главное всегда, чтобы не спид даун. Как мы потратим деньги? Донат, наверное, нужно потратить дохуя. Могу я потратить что-то сюда? Есть время.
чуть-чуть времени есть. Бля, бомбу поменял на ключи, это пизда. О, нет. Ошибка ОФК. Ладно. Кто меня бьет, блядь, все это время? Это найс этом. That's fucking nice. Сердце это реально хорошо. О, так. А нет, это хуйня. Ну я же не знаю, как оно работает. Tears bounce off enemies and obstacles. Хуй знает, как оно работает. Ну плюс раньше надо взять, посмотри, как оно работает. Это Tiny Planet. Вроде нормально. Кто жив? Бля, эта хуйта жива. Где она? Бля, говнарь на самом деле сильный босс. Сейчас что-то кататься. Бля, говнарь я не люблю. Сильный босс. Бля, это тоже не слабый босс. Нормальных боссов дает. Как кто меня коцает? Я не вижу, блядь, кто меня коцает? В чем, ну, типа, блядь, ну что меня коцает, я не вижу. Дай пизду, я не могу играть. Я отвлекаюсь, я не знаю, что меня коцает. Я не вижу, я не могу играть, все, я не хочу играть, не могу. Я отвлекаюсь из-за стрима. Что ж меня коцает, я не вижу. А там это говно меня постоянно коцает? А их двое было? О! Окей, дэмэдж за монетки. Вот тут надо деньги сохранить, потому что мне этот дэмэдж пиздец нужен. Дэмэдж за монетки может зарешать. Вопрос зарешать где? Он что, ёбнутый или что? Слишком много дэмэджа получил. 36-36, надо сейчас хотя бы дойти без дэмэджа до комнаты. Он не хочет ничего давать. Как его бить? Вон дьявольская комната есть, мне нужно убить дьявола. Я ж еще его не убивал, надо заходить. А не спидраныч. Потому что дьявола еще не убивал. А сейчас дьявола есть возможность убить, правильно? А где проход дальше? Не понял. Стоп, а где проход дальше? Стоп, я не понял, а где проход к дьяволу? В ВТФ нету прохода к дьяволу. Я думал, будет проход к дьяволу. А его нету? Бля, тогда нахуя я проебал спидраныч? Ничего не понял. А, мне надо на свет идти? Я ничего не понял, почему к дьяволу нельзя было зайти? Блять, почему, сука? Я не хочу сюда идти! Почему... Я реально не понимаю. Какой-то бред ебаный просто. Почему дырки вниз нету в дьявольской комнате? Ах,
Да я в пизду не хочу даже с ним драться, меня минус мораль. Да я не могу драться, меня минус мораль. Не хочу играть, блядь. Тем более, слоу РНГ с ним сложно драться. Да минус мораль, не хочу играть, блядь. Ну что еще? Сейчас ты вообще. Проход в голову был буквально слева, столба света, который. Я видел проход. Ты его просто проигнорил. Я его не проигнорил, идиот! О, великие силы. Я его не проигнорил, блядь. Что за идиот? Ты что, глухой нахуй или что? Я ничего не проигнорил, я его видел, блядь. Стоп. А, подожди, о чем ты говоришь? В комнате с дьяволом был проход или что? Где был проход, блядь? Проход к дьяволу был слева от столба света. Как его видеть? Где он был? Где проход к дьяволу? Это проход не к дьяволу, это обратно проход. Стоп, я не понял. Где он был? Это обратно выход. Вот я отсюда пришел. Вот я босс в комнате. Это проход дальше. Это пустая комната дьявола. Это проход к синему челу. Куда я... А, дырка это проход к дьяволу? А-а-а, кайф. Ну тогда без комментариев. Тогда извиняйте. Ничего не могу поделать, блядь. Игра не идет. Го я пройду Кайном синего чела тогда. У меня нету этой ачивки, сейчас будет. Так она за 30 минут туда дойти. Я хоть смогу. О, наконец-то музыка нормальная. Это я понимаю, это достойная музыка, можно играть. К дьяволу не пошел. Да. Хотел же ради ачивки к дьяволу пойти, и не зашло. Бля, я не видел, как видеть? Я не знаю, как видеть. Чё, они меня зажали, что я сделаю? Я виноват, что они меня зажали? Всё, у меня игра не пошла, надо заново. Всё, я не могу нахуй, не хочу играть, блядь. Всё не так началось. Блин, не дает игра начать заново, смотрите, дропает контент. Не могу заново начать, сори. Кайну слишком везет. Да, посмотрите, что за этого героя у меня происходит. Я не знаю, как этот герой, это бред какой-то. Вы видите, что происходит или нет? А что со статами? Статы теперь с баланса все даются мне? Это интересно тоже. Что это с этим героем не так? Этот герой... Сейчас пройдем синего чела, гайз. Этот герой это топ-рофл. Двойной эффект карт? Здорово! Опа! Justice demands retribution. Ох, пиздец. Найс, герой, да, ничего не скажешь. Теперь не факт, что я успею до 30-й. Что слишком медленно уже. Уже какие-то телепорты. Как вообще успеть куда-либо? Нереально успеть. Кто меня бьет? Да я не, блядь, я не могу отойти от врагов. Тварь ебучая. Я не могу успеть, нереально успеть. Как я сейчас приду до 8 уровня и еще и босса должен успеть убить. Да, без луча сложно убивать противников быстро. И без полета. Бля, тот герой быстрый, этот герой сильный. А мне нужен одновременно быстрый и сильный герой. Я не хочу играть, это пиздец. Как тут уже нет смысла. Бля, я не хочу играть нахуй, идите нахуй. Я не знаю, что сделать. Как я должен пройти за 30 минут? Стоп. Неожиданно. Уровни проходятся 10 тысяч лет. Насколько сложные противники попадаются на уровнях.
Привет, Виталий. Не особо разбираюсь в игре. Вопрос: а почему ты за Айзека не играешь? Он же вроде слабый герой, как я понимаю. Ну, персонаж типа главный. Тут все считаются Айзеками. Типа это в его воображении он другой герой, я так понимаю. Он слабый очень, типа супер слабый. А как я должен задоджить, интересно? Он же быстрый очень. Может, ты умрешь? Ну и, блин, итемы хорошие насыпало вообще, но это 3 минуты занимает этот уровень. А что я сделаю, блядь? Я босса не дамажу, я никого не дамажу, в принципе. Вот, я его не дамажу, это миллион времени занимает убить кого-то. Ну как я здесь не получу дэ... Почему я получил дэмэдж 2? Как? Почему у меня... What? Ты погиб, дядь? Быстро ты сдался. О, комната дьявола аневая открылась. Повезло, повезло. Но проблема в том, что у меня теперь нету синего сердца на эту игру. Кто? А, блядь, я не могу тут... Почему у меня герой не летает? Что за хуйня, блядь, герой не летает даже. И зачем я тогда ту штуку брал на минус дэмэдж? Ебать, отдал он. Зачем я эту штуку на минус дэмэдж брал? Идиотизм. Все, это дебилизм. Зачем я брал эту штуку на минус дэмэдж? Вот зачем я брал грипп на минус дэмэдж? Теперь он меня руинит. Теперь грипп на минус дэмэдж все руинит, разве нет? Я теперь нулевой из-за гриба на минус дэмэдж. Я не вижу, блядь, кто меня бьет. Я не понимаю, я нулевой, у меня нету дэмэджа. Что происходит? Что у меня с героем вообще? Нахуя брал минус дэмэдж? Что у меня с героем? Что за пузыри мыльные, блядь, пускает он? Еблан, сука, на героя. Пузыри, блядь, он пускает мыльные. Долбоёб поганый. Я не понимаю. Ну что с игрой не так? Почему даже босса не могу найти, блядь? Почему игра не работает совершенно? Почему уровни закрыты, блядь? Кто я? Где я, нахуй? Я не знаю, куда идти. И хуёвый итем, конечно же. А я не знаю, зачем я играю, я не хочу играть. Почему он меня бьет? Давай, убей, давай нахуй, иди нахуй, пошел нахуй. Просто уничтожил меня камень шипованный меня просто переиграл, плюс уничтожил, блядь. Не могу, опять музыка хуёвая, опять игра не пойдет. Почему музыка такая плохая? Пожалуйста, дропни это наконец. Никогда. Нет, никогда. Многосерийный художественный фильм успеть за 30 минут. На ваших глазах главный герой бросит вызов своей казуальности, сетуя на невезение. Напи какой-то итем хуёвый, я не знаю. Останется ли он в топе по адекватности? Ля-ля-ля-ля-ля. То есть всегда будет комната открываться? Вообще всегда или что, блядь? Это супер жесткие там или как? Блин, 2 неплохих хита мы начали. Как теперь не получить дэмэдж?
Но как сейчас меня подожмут? Ну что ли? Еще? Струга без тильта. Жалкий козуэль. Чё ты пердишь? Вот чё ты, зачем ты это делаешь? Какой-то... Что? Ну коцает тебя! Блядь. Так оно вечно остается, я не знал. А не, нихуя не вечно. Я не понимаю, блядь. Я уже ничего не понимаю. Как тут... А что я должен был делать, интересно? Вот что там должен был делать? Так, я не понял. А их не коцает эта тема? Я ничего не понял. Что? Что это такое вообще? Что это за боссы? Блять, все боссы непобедимые! Каждый босс непобедимый! What the hell? Что за хуйня? Что делать? Это достойно. Вот это я понимаю, блядь! Вот это я разумею, guys. Можно работать. Вот теперь мы усилились. Вот теперь начинаем дышать. Сколько он спамнит этих мух, это пиздец. Ты можешь еще больше этого говна наспавнить? Блядь, зачем это дурацкое сердце? Я не знаю. Так, а почему в эту сторону стреляет пидорасина? Не, это конец, это пиздец. Он в птицу стрелял. Да какого черта? В сторону. Нет! Ну, вот как играть? Вообще нет шанса играть нахуй. Да кто такой этот дэмэдж? Да кто такой этот дэмэдж? Да что вы знаете об этом дэмэдже? Да кто он такой, блядь, этот дэмэдж-то? Да кто он такой, блядь? Да кто такой вообще этот дэмэдж? Спасибо! Давай, удачи. Удачи в next. Я не могу играть, я не хочу играть. Нету дэмэджа. Спасибо. Я не могу играть, у меня нету дэмэджа. Я не хочу играть. Я не могу играть. Блядь, нету дэмэджа. Его нет! Вообще герой не дамажит даже. Он даже вообще ничего не делает. Хотел бы дэмэдж 14.1. Я в супер тильте, я не знаю, это как ГГ. И вообще я сонный. Посмотри на этого чела, хотя лишь у вас такой Тома, блядь, ползал, поебало у вас. Вот просто поебало у вас ползал, хотели бы, да? Вот хотели бы, ебало представили свое после такого. Такая хуя по ебучке ползает. Что будете делать? Ваши действия. Не, ну прикиньте. Ситуация. Блять, я не могу играть уже! Я не просто не могу! Почему он взрывается? Я не знал этого! Зачем он это сделал, блять? Это... Блять... Зачем он так поступил? То есть, если оно горит, у него должно быть больше хитпоинтов? Где логика? Если оно горит, у него должно быть меньше хитпоинтов? Мне надо его добить, потушить. У него больше хитпоинтов, потому что оно горит. Как такое может быть? Вот как такое может быть? Оно горит, и у него больше хитпоинтов, а не меньше! Вы что, рофлите? Кто рофлит? Вы? Я? Да, я! Фу, бля, кто это выложил? Какой хейтер насрал? Зачем ты насрал? Кто это сделал, блядь? Из чата кто-то 100%. Что с ебалом? Почему я в него не попадаю? Что с ним не так? Как в этого Масика попасть? У него сломанный хитбокс. Вы видите? У Масика сломанный хитбокс. Ёбаный Мас.
У него сломанный хитбокс. Папань, контент, конечно, для ценителей твоей горящей жопы. Айзек батя всех рогаликов. Не горит и просто еще слишком нуб. Доджишь до хуй возможности игры. Со временем разберешься. Бля. Ебало Виталика на ласте. Тентья класти представили? Ну что еще? Как? Ты спрашивал, как не дамажится? Зачем кровать? Она хилит единожды. А если взорвать центр коврика возле кровати, то откроется спуск к луту. А если два босс-рума подряд, то это проклятие такое. Уровень считается за двойным две сокровищницы. Почему не сказали про коврик какой-то около кровати, блядь, коврики какие-то? Я ебу! Здорово, папс, нас. Когда Алкич, помнишь, ты через раньше час покупал твикс с хлебом, фанту и грейпфрутовый сок? Покупаешь ли сейчас? Да. Владирон, хочешь покушать? Я как раз хочу срать. Купал твикс с хлебом, я не покупал. Я ел, бывало, твикс с хлебом. Что ж покупал твикс с хлебом? Типа отдельно иду в магазин, чтобы купить именно твикс плюс хлеб. Я сейчас ем хлеб с шоколадками. Это может быть, ну, нац, там, или... Шоколад с хлебом мне всегда нравился, всегда было охуенно. О, нет. Не, я не могу играть. Почему они так расположились, чтобы я не мог доджить? Плюс я уставший, я в тельте. Я не знаю, как он... Чем он атакует, блядь. Я хочу выйти. Я и ты, мы все плохие. Все. Я ненавижу миньонов. Я не хочу, блядь. Нож, блядь. Разраба зарезать. У меня есть вопрос. Я понял, о чем ты. Дело в том, что я ничего никогда не понимаю. А поэтому фильтр, не. Плюс мне всегда не везет. Все нечестно, плюс нереалистично. Согласен. Знакомая ситуация. Да, пиздец, знакомый. Что делать, когда так происходит? Кстати, а где дэмэдж у твоего героя? Что, смотрел последнего интересного? Ничего. Смотрю сериал Майкла Мана про Японию, не очень интересный. Но я не могу не получить дэмэдж. Я не могу его не получить. Можно еще сложнее комнату, блядь. Чтоб точно, блядь. Как я должен птицу победить? Вон птица сидит. Рофлит с меня. Как я вам ее победить смогу? Она не хочет воевать. Она не хочет драться. Да. Ну это вообще бред. Блять. Сейчас я снова получу дэмэдж. И снова. А как я должен не получать дэмэдж в этих играх? Ноль сердец синих. О, вот эти челы. Ну, представьте, наебало, он такое заползет. Ну что, ну это сразу конец. Ну, зачем играть? Ну, а как там не получить дэмэдж? Представьте, наебало, вам такая хуйня заползет. ИРЛ. Как вы сможете не получить дэмэдж? Типа, вы сможете не получить дэмэдж или что? Вы мне хотите сказать, вы сможете не получить дэмэдж. Бля, посмотрите, сколько противников. Это нормально? Количество противников. Не так не было РНЖ, в смысле? Что это такое? Почему туда зашел, у меня ебало разбили? По-вашему, это нормально, да? Что? Почему еще враги? Сколько можно, бля? Типа, было мало. Найс. Да, давай, на арена меня, уёбище. Они его не дамажат. Вообще-то хорошая книжка. Defeating the floor boss grants 3 damage, 1 luck. Activates the sun, fully recharges the active item, removes any curses. Что это за хрень? Хуя себе, такое может быть? Только там 2 босса, стоп. Ого, вот это итем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это конец? О нет, я взял крутой итем, но меня убьют. Бля, я взял крутой итем какой-то, но меня убьют. Оура.
Я взял какой-то прям супер крутой идом или что? О! О! Поехали, блядь, наконец-то! Вот тут поехали. Найс, мне не повезло, как обычно. Да что ж за говно прокает всегда, да ёб! А чё лазер не попадает? А зачем мне активировать за сам после того, как я победил босса? Почему не дэмэдж и удача? А что толку мне с этого? А, за сам это на следующую комнату активируется? Всегда ноль дэмэджа. О, всегда ноль дэмэджа буквально. Почему комнаты огромные, бляди? Как за это задолжить все? Миллион противников, бляди. На, играть невозможно. Ну невозможно играть, ну сколько там противников, блядь? Да, как, сколько их? Он еще и пауков спавнит. Он пауков спавнит. Опять The Sun, блядь. Почему The Sun, блядь? Почему? Сука. У меня тут нихуя не было? Неожиданно. Вот эта комната. Неожиданная. Так, это уже пятая? Даже успеваю куда-то. Да как? Блядь! Кто эти черепа поставил здесь? Ну прикиньте, это какой-то геймруин, кто-то черепа поставил. Какой-то долбоёб черепа выставил туда. Зачем он туда их поставил? Чтобы пройти не мог. Хап! Да где дэмэдж? Я не могу играть без дэмэджа, блядь, его нет! Да, блядь, дэмэджа... Да кто такой? А-а-а! Почему птица еще живая? А где босс-комната? Неожиданно! Бля, что делать вообще с ним? Я не знаю, что с ним делать, я так и говорю, он меня уничтожит. Я не знаю, что с ним делать. О, какой-то супер мощный. Что надо делать? Нет, это вообще никак, он непроходимый. What? Что с ним делать-то? Да нереально, блядь, он моменталку кидает! Он моменталку хуячит. Это вообще непобедимый босс. What? Он моменталку хуячит сразу. Инста. Да. Не, он моменталочку хуячит. Это непобедимый босс, забейте. Никак. Непобедимый босс моменталку хуячит. Вообще не проходится. Вообще нахуй не проходится босс. Моменталку хуячит лучом, моменталку. Вообще не проходится. Как этого босса можно пройти без дэмэджа, интересно? Это занимает минут 10, наверное. 10 минут занимает босс этого пройти без дэмэджа. 10 минут, 10. Бомбу поставить нельзя, он постоянно прыгает. Около него кровь, следовательно, нельзя подойти к нему. Если ты подходишь издалека бить, он сразу кидает тебе моменталку. Сразу. Ты не можешь задолжить, она моментальная. Сразу.
Все, это худший стрим в моей жизни, это просто пиздец.